Ну, вот здесь купили две серебряные карточки по 25 дирхам каждая. На счету здесь будет 19. И будем пикаться на входе и на выходе. Это можно сделать вот в Ticket Office. Там подходите и покупаете. Мы будем сейчас в первом вагоне ехать. Здесь закрыто все. У вагона свои двери. Так что все безопасно. Никто не может упасть. Вот наша станция Mall of Emirates. И мы поедем на 25-ю станцию Бурдж Халифа Дубай Молл. Вот с 32 на 25. Вот так проезжает поезд. Поезд здесь полностью автоматический, без машиниста. Метро полностью автоматическое. Все, ждем следующий поезд через 2 минуты. Вот на табло высвечивается. The next station is First Abu Dhabi Bank. Вдалеке виднеется Бурдж Халифа, едет мягко, притормаживает, набирает скорость, все автоматически. Мы как будто бы сами машинисты. Станции вот эти очень близко расположены друг к другу, прям ну, коротенькие, поэтому доезжают все быстро, метро не очень большое. The next station is I
المحطة القادمة هي نور بانك. The next station is نور بانك. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. The next station is Business Bay. That's where the road has.
Здесь разошлись рельсы.
Nahia. Bank Abu Dhabi Tijari. The next station is ADCB. المحطة القادمة هي والجمال وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر لمترو دبي. The next station is Bergamon. This is interchange station between Dubai Metro Red and Green Lines. Под канал, значит. المحطة القادمة هي وجمال وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر لمترو دبي. The next station is Bergamon. This is interchange station between Dubai Metro Red and Green Lines. Настоящая подземка. المحطة القادمة هي الرقة. The next station is الرقة. المحطة القادمة هي دير سيتي سنتر. The next station is دير سيتي سنتر. المحطة القادمة هي دير سيتي سنتر. The next station is دير سيتي سنتر.